Глава 2. Дневник сорокосуточного голода. Петрович постоянно был в раздумьях о здоровье, о совершенстве, о пути человека. Он старался читать всякую литературу, которая могла хоть чем-то раздвинуть его горизонты познания, углубить накопленные знания, сделать интересные обобщения, на стыке нескольких научных дисциплин. Петрович непоколебимо верил в то, что существует некое универсальное знание о человеке, его здоровье, которое поможет легко и быстро решить все его проблемы со здоровьем. Из своего практического опыта знал он и другое. Можно излечиться от болезни за месяц-два, если собрать волю в кулак и строжайшим образом следовать мощной оздоровительной программе. И в то же время, если действовать наскоками по 3-4 недели, а потом 1-2 месяца пускать жизнь на самотек или давать себе послабление, толка будет мало. Примерно такое наблюдалось у большинства самооздоравливающихся, в том числе и у него самого. Да, были большущие сдвиги, но ожидаемого суперздоровья не было. Самой мощной оздоровительной программой он считал голод. Добавление уринотерапии к нему повышало эффективность. Прибавление других средств массажа, прогулок, обычных клизм на воде носило небольшое улучшение. Все это Петрович неоднократно прошел, голодая по 15-20 суток и раз 27 суток, раз-два в году. Он получал молодое тело, неутомимость, но потом, все медленно, но верно возвращалась на круги своя. Примерно за полгода он скатывался на обычный уровень. Когда он голодал, то видел, что при клизмении выходят куски слизи, напоминающие холодец или кисель. Это указывало на дно. В толстом кишечнике есть патология, которая лишь частично отмирает, а потом при режиме питания возрождается вновь. Из прочтенных книг он понял, что в толстом кишечнике у него сидит грибница, которая лишь на время отбрасывает свои части в виде слизи, а потом отрастает вновь на питании. На это же указывают и боли в области пупка, как правило во время выхода из голода после первой же еды отходит мазут старая черная желчь с неприятным специфическим запахом петровичу частенько вспоминался пуль брых который рассказывал что только после того как из него вышел хороший шмо черной жижи которую он считал ртутью от лекарств только тогда он стал поправляться семимильными шагами и познал прелесть настоящего здоровья. Вот только искоренение из толстого кишечника грибницы у Петровича и не получалось. Патология была очень давней, полученная в раннем детстве. Помнить, что изредка сильно болел живот и крепко сидела, а со временем и хорошо обосновалась. Именно отсюда грибница выбрасывала свои токсины по всему организму, которые вновь завоевывали организм. Петрович чувствовал, что между его разрушающимися зубами и грибницей в толстом кишечнике имеется связь. Выход был один. Надо дать настоящий бой, отголодать 30, а то и 40 суток, чтобы отмерла и вышла вон эта зараза. Он почувствовал, что подобное отмирание происходит тогда, когда голод переваливает за 20 суток. Примерно на 23-25 это произошло и у него. Был выход от вторгнутой вонючей массы. Применение трачатки сделало многое, но на грибницу оказывало малое влияние. Что делать? Надо было как-то влезть в толстый кишечник и вести оздоровительную работу там. Петрович вернулся к клизмам, но стал действовать по-другому. Он понял, что двух литров воды для хорошего очищения и промывания мало. Надо делать их два раза. Тогда будет тол. Кроме этого, в воду надо что-то добавлять, что отрывало бы патологию и грибницу. Изучение различных природных антисептиков Потолкнуло его на мысль, что можно в воду добавлять наиболее сильный из них йод в виде раствора Люголя и ядинола. Итак, Петрович созрел для решающей атаки на грибницу в собственном толстом кишечнике. Приехав из командировки, он пошел на голод. Первое. Первый день он сделал двойную клизму, добавив в воду 5 капель раствора Люголя. Так как он давно не делал клизмы, то в животе... Возникли рези, говорящие о забитости толстого кишечника. На следующий день он это повторил. Клизмы прошли лучше. Голод пошел нормально. И тут в который раз Петрович на себе понял простую истину, что если кишечник предварительно не очищать и голодать, то в течение 4-5 дней идет питание и всасывание скопившихся шлаков, токсинов. Голод от этого идет тяжело. А вот после хорошей очистки толстого кишечника сам голод наступает быстрее, легче и эффективнее. Петрович в очередной раз убедился в этом. В этот день ему попалась газета ⁇ Добро ⁇ и зло, в которой Малахов рассказывал о новом методе очищения организма от паразитов, шлаков и нормализации многих функций организма. Малахов предложил совместить очищение от паразитов с помощью тройчатки, сочетая их с солевыми клизмами, а затем выполнить чистку печени. Вначале Петрович не воспринял это всерьез, особенно солевые клизмы. Что-то автор с этими клизмами извращается. Вначале были супари на урины, а теперь вообще с солью, подумал он. Но да потом он стал проникаться идеей, внимать в описанное. Противопаразитарное лечение с помощью приема чайной ложки молотой полыни. Лучше, когда это будет семена. Чайной ложки молотой гвоздики. Перемалываем перед приемом столовые ложки спиртовой настойки кожуры грецкого ореха. Если ее нет, то 10-20 капель йода на 50 граммов воды. Все это употреблять утром натощак в течение 7 дней. В течение этих 7 дней, через день, делать очистительные клизмы, лучше двойную. Одну сделал, вышло, и сразу вторую. На 2 литра воды, 2 столовые ложки соли. Всего в течение недели делать 4 таких клизмы. Как только неделя противопаразитарного лечения и солевых клизм заканчивается, отдыхают 2 дня, в которые проводят прогрев организма, а затем чистят печень. Печень Малахова предлагал очищать с помощью 100-200 грамм оливкового масла, которое надо высыпать и перемешать 1-2 чайные ложки мелко молотой гвоздики. Запивать все это лимонным соком. Здесь все так же, только добавляется гвоздика. После того, как курс очищения от паразитов, солевых клизм и очищения печени пройдены, отдых неделю, а затем этот курс повторяется в Вновь. И так 4-5 раз. Объяснялось все это так. Молп противопаразитарное лечение убивает самых разнообразных паразитов. Солевые клизмы лучше их вымывают, а заодно вытягивают и шлаки. Далее чистка печени с гвоздикой лучше очищает печень от шлаков и убивает паразитов, живущих в ней. Очищенная печень лучше исполняет свои функции, что нормализует все виды обмена веществ, а также нормализуется венозная, а вместе с ним и Общее кровообращение организма. Все это в сумме приводит к возрождению организма. Повторение курса необходимо по той причине, что не всех паразитов сразу можно убить и не все шлаки вывести. К тому же надо дать отдых организму, накопить в нем силы для нового оздоровительного рывка. Существовала одна оговорка. Слишком худым людям, имеющим конституцию ветра, эту программу делать не решать рекомендуется. Посмотреть бы все это на практике, подумал Петрович и спрятал газетку в письменный стол. Второе. Вторые сутки голода начались и прошли нормально. Очень важно в это время как-то отвлечь себя от мысли о еде, делать какую-то работу, совершить дальнюю поездку на машине. Именно так и поступил Петрович. Он поехал в Ростов решать небольшие дела. Приехал под вечер, он попил воды и лег спать. Петрович знал свой организм. Обычно после трех первых суток чувство голода исчезало. И он обычно в эти дни трудился особенно интенсивно, отвлекаясь всяческим образом. Третье. На третьи сутки голода Петрович на ночь сделал микроклизму 40 капель раствора люголя на 100 граммов воды. Утром во время клизмения стала отходить грязь и слизь. Дело идет, подумал он. Петрович заметил, что у него несколько повышена температура тела. Организм слегка горел. Что это, подумал он. А затем догадался, это включился иммунитет. Путем небольшого подъема температуры организм обезвреживал токсины и шлаки, атаковал микропаразитов, разрушал преграды, чтобы добраться до закапсулированной инфекции. Небольшая температура продолжалась около трех дней. Организм наращивал свои жизненные силы и атаковал. Гнойная слизь в достаточном количестве выходила через рот. Далее температура пришла в норму. Настраивая себя на голод, Петрович решил освежить информацию о том, как действует голод. Больше всего его интересовали физиологические механизмы, которые должны были развернуться во время голодания. Лучше всего они описаны в книге Малахова ⁇ Учебник по голоданию ⁇ Петрович открыл эту книгу и стал читать. Первое закисление внутренней среды организма. Как только человек полностью отказывается от пищи, в его организме начинается потребление запасенных резервов и второстепенных тканей. Расщепление питательных веществ и тканей на голоде приводит к накоплению продуктов их распада внутри организма. В результате этого быстро происходит сдвиг показателей pH организма в кислую сторону, в сторону ацидоза. Но при этом величины закисления не выходят за физиологические нормы. Ацидоз на голоде является первым и наиболее важным физиологическим механизмом, который вызывает включение цепочки других целительных механизмов которые на пищевом режиме находятся в свернутом состоянии. Закисление внутренней среды организма приводит к запуску процессов растворения тканей, аутолизу. Оказывается, в кислой среде активируются фагоциты и некоторые энзимы, функция которых сводится к разрушению ослабленной собственной ткани и чужеродного в организме. В свою очередь процессы аутолиза запускают механизм очищения организма от шлаков, ослабленной и патологически измененной ткани. За счет расщепления ткани заключенные в них шлаки освобождаются и выводятся вон из организма, а видоизмененная ткань уничтожается. Первым делом мне предстоит пройти через ацидос, подумал Петрович. Из опыта прошлых голоданий он знал, что закисление сопровождается особой перестройкой организма, которая будет отнимать силы. Если же выделяется в кровь множество шлаков, то настроение будет подавленным. Голова в тумане – это своего рода добровольное отравление от обилия накопленных шлаков в организме, но через него надо будет пройти. Первая задача ясна. Второе. Рассасывание ткани. Аутолиз, то есть самопереваривание. Одним из механизмов уничтожения чужеродного и ослабленного на голоде является повышенная ферментативная активность, а также фагоцитарная от греческих слов «фагос» – пожирать, «кейтос» – клетки, то есть пожиратель клеток, активность лейкоцитов. В результате этого процесса происходит распад тканей на составные части. Это явление было названо аутолизом. Таким образом, аутолиз позволял организму питать клетки за счет распада павшихся тканей, а непригодное выводить вон. Учеными было неоспоримо установлено, что первыми энзиматической и фагоцитарной агрессии, то есть ауторизу, подвергается ослабленная и болезненно измененная ткань, спайки, опухоли, гематомы, отеки, патогенные микроорганизмы и прочее. Во время голодания в течение 36 часов активность фагоцитов может увеличиваться втрое. Кроме этого научного факта важно знать, что активность фагоцитов колеблется в зависимости от времени года. Наиболее активны фагоциты в мае и июне, а наименее в ноябре-феврале. Отсюда для качественного уничтожения чужеродного организма, то есть спаек, жировиков, опухолей и тому подобное, лучше всего длительно голодать в мае-июне, это Петров пост, и желательно на урине. А в ноябре-феврале голод необходим для поднятия защитных сил организма которые уменьшились после рождественского поста. Рассасыванию подвергаются патогенные микроорганизмы и прочее, подумал Петрович. Так вот почему из моего рта так валит гной лимфоциты, уничтожают заразу, расположенную в деснах, гортане, области гланд, хотя их давно уже вырезали, да и время для голода я выбрал вполне удачное. Третье. Принцип приоритета. Ранее указывалось, что жизнь носила организма из связанного состояния на голоде переходит в динамическое. Во время этого перехода распадается ткань организма. Известный русский патофизиолог Пашутин, который многие годы посвятил изучению физиологических механизмов голода, подтвердил эту важную закономерность. Сильные органы во время голода существуют за счет слабых. Наименьшие потери несет ткань нервных центров из сердца. Ниже приведена таблица, указывающая на это. Потеря веса организма и тканями собаки при голодании до момента смерти в процентном отношении к исходному весу. Жир теряется 97%. Селезенка 60%. Печень 53%. Мышцы 30%. Кровь 26%. Почки 25%. Кожа 20%. Кишки 18%. Легкие 17%. Поджелудочная железа 17%.

3%. Юрий Сергеевич Николаев на основании многолетней практики лечебного голодания так отзывается об этом феномене: голодание приводит к резкому усилению разрушительных процессов, к разрушению и выведению из организма всех излишков, шлаков, всего того, что засоряет его, мешает нормальной жизнедеятельности. Это касается прежде всего патологических отложений и образований. Например, отложение солей, избытка жира, токсических продуктов обмена и другого. Освобождаясь от шлаков, организм переходит на эндогенное, то есть внутреннее питание за счет разрушения собственных жиров углеводов и белков определенных органов и тканей, но практически не затрагивает такие жизненно важные органы, как сердце и мозг. Этот процесс усиленного разрушения тканей, клеток и молекул сопровождается усилением восстановительных процессов на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях и приводит к обновлению и как бы омоложению всего организма и всех его органов. Поэтому есть основания считать метод РДТ, разгрузочно-диетической терапии, методом стимуляции физиологической регенерации. Регенерация – это обновление. Этот метод полностью согласуется с данными учения о регенерации, которая также во всех случаях репаративной и физиологической регенерации имеет две фазы – разрушение и восстановление. Таким образом, лечебное голодание можно рассматривать как естественный фактор стимуляции физиологической регенерации, то есть обновления, приводящий к обновлению и омоложению клеток, тканей, молекул и химического состава целого организма. Прочитав эту информацию, Петрович понял, чтобы добиться качественной проработки, оздоровления и омоложения своего организма, надо разрушить часть своего организма процентов 20-30. Это, конечно, выразится в резком истощении, но его не надо бояться. Все жизненно важные органы будут в полной сохранности и ничего не потеряют. Из опыта прошлых голоданий он знал, что тело примерно за две недели теле как бы сжимается, резко сбрасывая мышечную массу. Что касается жира на животе, то он уходит гораздо медленнее. Быстро достигнув определенной формы, развернув необходимые процессы, тело стабилизируется и затем очень медленно отдает вес. Четвертое. На четвертые сутки своего голода Петрович встретил свою хорошую знакомую Татьяну, которая также активно занималась самоздоровлением и даже вела курсы на эту тему. Таня сказала, что сейчас голодает 14 день и думает продолжать. Самочувствие нормально, значит буду продолжать и дальше. При этом она поделилась новостью. Я стала делать клизмы с обычной солью. Кладу в 2 литра, обычно воды около 5 ложек столовой соли. Эти клизмы лучше очищают буквально сосуд, отходит много дряни и сильно побаливает оттянущих болей аж в районе печени. Полежу часок, отходит. Зато отквашивается мазутообразное месиво и после клизмы раза за два-три само выходит, шмякается в унитаз. От них рассказов Петровичу много стало ясным. Прояснилась и рекомендация Малахова по новому очистительному курсу. Он ранее делал клизмы с упаренной уриной. Это солевой раствор. Можно и далее их применять, но где набрать 16 литров урины, чтобы из них сделать 4 литра упарины? В концентрированном солевом растворе не могут жить ни бактерии, ни грибки. Это то, что ему надо. Петрович продолжил изучение физиологических механизмов, разворачивающихся на голоде. Следующий пункт был очищение организма на голоде от шлаков. Четвертое. Очищение от шлаков. Голодание ⁇ это единственный способ избавить организм от тех ядовитых веществ, которые попали в наш организм. Голодание ⁇ это великий чистильщик, но не лекарство от болезни. Процесс аутолиза и принцип приоритета позволяет вести очищение организма от шлаков. Шлаками мы будем называть продукты обмена веществ, постепенно накапливающиеся в клетках нашего организма, чужеродных веществ, попавших в организм тем или иным путем, а также старые видоизмененные и отмершие клетки. Сюда же можно отнести и прочие вещества, которые не входят в обмены веществ, а просто болтаются в межклеточной жидкости. К шлакам, образующимся от продуктов обмена веществ, относятся конечные продукты белкового обмена (мочевина, мочевая кислота, креатинин), амойные соли и некоторые другие вещества, конечные продукты углеводного обмена, конечные продукты жирового обмена, минеральные вещества, неусваиваемые организмом по причине их видоизменения в результате термической и другой обработки. Соли, кальция, поваренная соль и так далее. Во многом этому способствует чрезмерное питание, неправильное сочетание продуктов, неправильная последовательность поступления пищи за один прием еды, несоблюдение биоретмологической активности пищеварительных органов, а это особенно еда на ночь. К чужеродным веществам, попавшим в наш организм, относятся вещества, применяющиеся в технологическом процессе, например, приготовление хлеба, отбеливатели муки, разрыхлители теста и прочее. Приготовление консервов, консерванты, вещества, улучшающие внешний вид готового продукта, например, в колбасах, засолка, маринование и так далее, хлорирование воды, красители в напитках, наполнители жевательных резинок, конфет и многое-многое другое. Большинство лекарств из синтетических витаминов, сделав минимум полезного для организма, зашлаковывают его веществами, образующимися в результате их распада. Возьмите батон промышленного белого хлеба, он был отбелен, обработан, подкрашен, обогащен, очищен, смягчен, консервирован, ароматизирован, и все это с помощью синтетических химических ингредиентов. Сейчас почти невозможно приобрести батон на сто процентов, состоящий из пшеничной муки цельного помола, свободной от ароматизации и синтетических добавок. Сейчас очень много соли находится в продуктах питания. Это так называемая скрытая соль. Постоянно потребляя с продуктами питания, она вызывает ненормальную жажду, чувство пересыхания во рту, потерю упругости кожи и тонуса мышц, возникает разного рода припухлости, теряется форма фигуры, затрудняется работа почек. К нашему счастью, первое, от чего организм избавляется во время голода, это соль и связана с ним жидкость. Да! Потребляя такую пищу, сколько человек накапливает себе шлаков, подумал Петрович. Ему много раз на память приходили слова хорошего знакомого, который не раз голодал по 40 суток. Этот знакомый говорил врезавшуюся Петровичу в память фразу. Человеческий организм состоит не из воды, а из грязи и дерьма. Пятое. Нормализация микрофлоры организма и защитной функции организма. Активация наследственного аппарата клеток на голоде прежде всего выражается в уникальной перестройке его ферментативной системы, целенаправленной на уничтожение патологических очагов инфекций тканей, опухолевых образований, рубцовых изменений. При проведении голодания не отмечается обострение вирусной инфекции. В период эпидемии гриппа ни один человек на голоде не заболевает. После первых курсов дозированного голодания люди реже заболевают вирусной инфекцией или переносят ее в более легкой форме. При многократном или систематическом применении голода люди перестают болеть вообще, в том числе и вирусными заболеваниями. Во время голодания идет процесс кардинального уничтожения очагов скрытой инфекции. Инфекция которая находится в закапсулированном, то есть дремлющем состоянии, практически не подавляется современной антибактериальной терапией. Это лечение антибиотиками, сульфаниламидами и другими лекарствами. Наоборот, в этот период жизни микроорганизмы, находясь в защитных оболочках, становятся более устойчивыми к этим медикаментам и другим лекарственным средствам. На голоде эти оболочки уничтожаются активированными ацидозом, фагоцитами и ферментами. Некоторые специалисты по голоданию отметили такой факт. У лиц, у которых при голодании отмечались обострения очагов скрытой инфекции, отмечена более выраженная динамика целительного процесса. Такая активация скрытых очагов не тормозит, а а наоборот, способствует более быстрому излечению хронических заболеваний при голодании. Уринотерапия в сочетании с голодом позволяет быстро и эффективно уничтожать скрытые очаги инфекции. Например, образование гноя в ротовой полости указывает на процесс уничтожения подобных очагов в лобных и гайморовых пазухах головы, очищение корней зубов. Именно этот процесс и происходит у меня сейчас, отметил себя Петрович. Все верно. Изменяется у человека период голодания микрофлора кишечника. Гнилостная, в результате закисления погибает, но оздоравливается и сохраняется микрофлора кисломолочного брожения как у здоровых детей. В результате после голода улучшается синтез микрофлоры кишечника витаминов, аминокислот и других биологически активных веществ. Вот, кстати, мне Татьяна рассказала про клизмы с солью, ведь они уничтожают всю гниль и тем самым быстрее будет уничтожаться всю чужеродную в толстом кишечнике. Обрадовался Петрович. Пятое. Клизму на пятый день он уже делал солевым раствором и двадцатью каплями раствора люголя. Эти два мощных антисептика не помешают, так подумал Петрович. В животе особо не болело, хотя и тянуло с верхнего правого угла под печенью. Отошло много слизи и грязи. Даже немного застарелой желчи вытянуло. Меньше стала шлаков отходить через рот и самочувствие заметно улучшилось. Петрович продолжил читать дальше. Ниже следующий физиологический механизм должен был развернуться в его организме примерно на второй неделе. Итак, как он будет разворачиваться? Шестое. Усвоение углекислого газа и азота из воздуха. Эндогенное питание. Академик Гулы, а также зарубежные ученые отмечают, что при изменении Кислотно-щелочного равновесия в сторону кислой среды ускоряется процесс усвоения клетками углекислого газа. По законам химии, кислая среда плазмы крови легче отдает а клетки крови более активно в этот период поглощают растворенный в крови углекислый газ. Работами профессора Волжского и его последователей установлено, что усвоение клетками азота воздуха также ускоряется при изменении кислотно-щелочного равновесия крови в сторону кислой среды. Таким образом, азот наряду с углеродом будет активно, насыщая клетку, способствует улучшению биосинтеза в ней белковых и других соединений. Доказано, что углерод из углекислого газа в клетке преобразуются в углерод органических веществ. Это доказали такие ученые, как Эванс, Крепс и другие. А две молекулы кислорода при использовании клеткой углекислого газа дают организму дополнительную энергию. Качественный и количественный синтез нуклеиновых кислот, а из них состоит генетический аппарат клеток, а также аминокислот и других биологически активных веществ, ткани организма человека прямо пропорционально зависит от процесса усвоения клетками растворенного в крови углекислого газа. У молодых людей этот биосинтез более совершенен и, следовательно, качественнее, нежели у стариков. Наиболее совершенный биосинтез у человека-долгожителя. Хуже у лиц, рожденных с дефектами генетического аппарата, а также у хронических больных на голоде в условиях изменения кислотно-щелочного равновесия в сторону кислой среды клетки человека начинают усиленно усваивать углекислый газ и азот, приближаясь к уровню усвоения этих веществ клеткам растений. Это и есть полноценная эндогенная то есть внутреннее питание. При полном исключении на период голода продуктов питания вначале происходит усиленное расщепление собственных жировых запасов организма на составные части. В первую очередь из жира образуются ненасыщенные, то есть жидкие жирные кислоты. В их числе имеются так называемые высокомолекулярные ненасыщенные жирные кислоты, Которые являются основой многих витаминов, гормонов и других биологически активных веществ. Поэтому клетки организма их незамедлительно используют в своих необходимых для жизнедеятельности целях. Но конечными продуктами распада жира является ряд органических кислот, которые объединяются одним термином – кетоновые тела. Кроме того, как и при распаде любой ткани, образуется углекислота, которая усваивается клетками в форме углекислого газа или выделяется наружу через легкие. Эти конечные продукты распада жира, попадая в кровоток, изменяют его кислотно щелочно равновесия в сторону кислой среды Ацидоза. Именно развивающийся ацидоз на голоде улучшает процесс потребления углекислого газа клетками, то есть усиливает биосинтетический эффект. Кетоновые тела при улучшении биосинтеза теперь более качественно усваиваются организмом, преобразуясь в важные белковые и небелковые структуры. При этом исчезают понятия «незаменимые аминокислоты» дефицит пищевых витаминов, белков и так далее. Таким образом, регулируемый самим организмом ацидоз обеспечивает совершенно питание и энергоснабжение человеческого организма. Характерно, что после первого ацидотического пика больные начинают терять вес значительно меньше. Если при умеренном двигательном режиме человек в первые дни теряет по килограмму веса, то после ацидоза по 50-150 граммов. Это объясняется биосинтезом, который обеспечивает оздоровительно омолаживающий эффект плюс энергию. Теперь понятно, почему на голоде организм приходит в гармонию. Он сам для себя вырабатывает все нужное, да и к тому же снабжает себя энергией, рассуждал Петрович. Хорошо, когда подобные знания растолковываются, а то все твердят о пагубности голода. Просто они не знают, как голод действует. Подобные процессы будут в полную силу происходить с Петровичем, когда он перевалит за 20-е сутки голода. Шестое. На шестые сутки Петрович решил не мелочиться и сделать одну клизму с пятью ложками соли, а вторую с шестью и пятью десятью каплями раствора люголя. Дряни вышло очень много. Сильно тянуло с правой стороны живота. Пошли ошмотья разлагающейся грибницы. Стала отходить черная тина, основа гриба. Наконец-то средство было найдено. Примерно час понадобился для того, чтобы все успокоилось после клизмы в животе. То, что было описано дальше о голоде, Петрович знал хорошо. Седьмое. Физиологический покой органов. Голодание существенно уменьшает нагрузку на многие органы, что дает возможность восстанавливать поврежденные структуры организма и их функции. Сердце отдыхает на голоде. Желудок и пищеварительный тракт укрепляются благодаря голоду. Плохое пищеварение исчезает. В связи с этим отчасти справедлива рекомендация Поля Брега не делать на голоде клизмы, что даст возможность восстановиться толстому кишечнику. Да, лишь отчасти прав Брех. – заметил про себя Петрович. «Когда голод непродолжительный, трое-семеро суток, эта рекомендация справедлива, с учетом того, что человек до этого прошел очищение организма не один раз, придерживался правильного питания, потреблял достаточное количество свежей растительной пищи. Но если человек этого не делал, то он настолько переполнен и забит шлаками, что организму надо помогать. В противном случае Шлаки в таком количестве поступают в кровь, что органы выделения не успевают с этим справиться и возникает шлаковый затор. Организм отравляется, самочувствие ухудшается, что может привести к очень плохим последствиям. Что касается длительного голода, то много шлаков постепенно собираются в толстой кишке. Лишь когда они достигнут критической массы и достаточно раздражать стенку кишечника, происходит избавление от них естественным путем. А пока это произойдет, они всасываются в круг и выделяются через легкие носоглотки. От этого ее сильно сушит и кожу. Естественно, весь этот процесс отбирает жизненную энергию у человека, ухудшает его самочувствие. Чтобы этого не происходило, надо раз в день делать очистительную клизму, помогать своему организму. Тогда голод проходит гораздо эффективнее и веселее. Восьмое. Повышение обмена веществ и усваивающие способности организма. Голодание вызывает повышение обмена веществ в первые 30-40 дней восстановительного периода на 5-6%. Запомните, восстановительного. После голода пища усваивается лучше. Происходит нормализация обмена веществ. Только из-за этого можно рекомендовать голодание пожилым и старым людям, у которых эти процессы текут вяло. Девятое омоложение организма. Английский ученый Хаксмей проводил опыты над земляными червями. Он кормил целую колонию этих червей их обычной пищи, а одного изолировал от остальных и периодически оставлял без пищи. Во всем остальном образ жизни и питания отдельного червяка было подобно пище и образу жизни колонии. В итоге периодически голодающий червяк пережил 19 поколений червей, живших в колонии. Интервью с кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником, 56-летним Суреном Аваковичем Аракеляном в 1984-85 годах в центральной газете «Труд» вызвали большой интерес у читателей. Еще бы не вызвать, в них рассказывалось о том, как можно продлить свою молодость и здоровую жизнь. Вот сокращенный пересказ этого интервью. Сурен Авакович утверждает, что омоложение организма вполне реальная задача, которую он решает повседневно. Он убежден, что с помощью сегодняшних знаний он сам сможет прожить 120 лет. А накапливать знания подобного рода он начал с детских лет. У него было трудное военное детство среди гор Армении. В семье было 8 детей, держали корову, овец, птиц. Самим есть было нечего, и животные вынуждены были голодать зимой. Особенно тяжело отдавалось корове по кличке Чинарка. Думали. Уже эта зима для нее последняя, но корова выживала и продолжала жить, как ни в чем не бывало. Голод не повредил ей. На молоко корова не скупилась и вместо 12 лет прожила 20, если бы не сдали ее на мясокомбинат. В случае с коровой Сурену Аваковичу вспоминался не раз. И будучи главным ветеринаром подмосковного совхоза Останкина, он решил Подвергнуть голоду старых, переставших нестись кур. Для того чтобы снять паническое состояние от голода, он им давал препарат на основе трав. Проголодав куры, начали нестись. Это было сенсацией. В 1964 году в городе Марксе Саратовской области на базе не птицеводства был проведен новый эксперимент с тысячей японских. Кур рекордистов Они стали старыми и яиц больше не давали. Аракелян подверг их семидневному голоду. Через месяц у кур отросли новые перья. Они стали энергичными, подвижными и стали откладывать яйца. Через месяц после голода, Сурен Авакович называет голод физиологически полезным голодом, сокращенно ВПГ неслось 63% кур, а через 2 – 91%. Данные эксперименты показали, что голод не убивает разумный контролируемый. Он возвращает молодость. Куры, прошедшие месячный курс физиологически полезного голода, стали жить по 18 лет вместо 6. Видовой срок жизни продлен втрое. От омоложения птиц перешли к животным, свиньям и коровам. Вот один из ярких примеров. Осенью 1985 года Аракеляна, попросили спасти уникального быка, улучшателя породы. Это был девятилетний представитель датской черно-пестрой породы по кличке Кристалл. Для быков это возраст запредельный. Их молодость длится 3-4 года. Они дают семенной материал, затем наступает старость. Вид кристалла был жалок, имел пролежный. Был разбит травматическим радикулитом. И, казалось, был обречен на неподвижность. Физиологически полезное голодание длилось ровно месяц. Бык резко сбавил в весе, но зато поднялся на ноги, стал ходить а затем и бегать. Обследование показало отсутствие радикулита. Все физиологические параметры вышли на уровень молодого животного. Осенью 1986 года он дал семенной материал. Более того, качество материала стало выше, чем в молодые годы. Сам Суриновакович Аракелян физиологически полезное голодание сделал нормой своей жизни с 1965 года. Это помогло ему избавиться от хронического гастрита и язвы желудка. С тех пор он перестал чем-либо болеть. На вопрос, как выглядит физиологически полезно голодание для человека, ответил, голодаю 1, 2 и 3 числа каждого месяца, одну неделю раз в три месяца, две недели раз в полгода и месяц один раз в году. Пью только воду с добавлением антистрессового препарата. В дни голодания я дважды в день, утром и вечером очищаю кишечник. Прополаскиваю полость рта с содовым раствором с добавлением 10 капель йода на стакан. Тампонами, смоченными в этом растворе, промываю уши и нос. Принимаю душ, мою с детским мылом. На шестом году исследования собственной программе омоложения Сурин Авакович обнаружил, что у него растут зубы. По мере стирания они заменяются новой тканью сдерживающий эффект голодания Сурин Авакович объясняет тем, что ежеминутно в организме человека отмирает 30 миллиардов клеток. Они становятся трупами и со временем начинают выделять трупный яд, который губителен для организма. Отсюда вытекает главный принцип здорового образа жизни – регулярно очищение организма от мертвых клеток. Голодание должно сочетаться с высокой физической нагрузкой, чтобы энергия энергия для интенсивной работы черпалась за счет дожигания чужеродных и ослабленных тканей. Доктор биологических наук Мнацаканян опытным путем установил, что в голодающем организме сгорают чужеродные клетки. Когда впервые Петрович прочитал программу голодания Ракеляна, он пришел в недоумение. Как можно столько голодать и так длительно? Но теперь он понял, что для качественного запуска омолаживающих механизмов это тот необходимый и достаточный минимум. Голодание по 3 дня ежемесячно лишь дисциплинирует сознание, не позволяет ему расслабляться. Что касается полезной работы, то оно активирует защитные силы организма, особенно иммунитет. Голодание по 7 дней раз в 3 месяца уже способствует хорошей профилактической очистке организма, помимо укрепления иммунитета. 14-дневный голод раз в полгода проводит более глубокую работу в организме по его очищению, укреплению, способствует обновлению слизистых оболочек организма, особенно желудочно-кишечного тракта и обеспечивает хороший отдых организму. И, наконец, голодание до 30 дней раз в год способствует полноценному разворачиванию. Физиологических механизмов обновления и омоложения организма. Регулярное выполнение этой программы позволяет организму находиться в омолаживающем режиме, что, к примеру, сказалось на зубах. Очень ценна рекомендация Сурена Аваковича по проведению гигиенических мероприятий на голоде. Они помогают организму вести Качественную расшлаковку, сохранять оптимизм и нормальную работоспособность. Именно эти рекомендации Петрович решил взять себе на вооружение при проведении этого голода. Восьмое голод и умственные способности. Умственные способности человека на голоде, если нет сильной интоксикации, и особенно после голода хорошо стимулируются. Во-первых, возрастает память. Во-вторых, способность ума лучше работать. И в-третьих, получать информацию из информационного поля Вселенной. Прекрасно, подумал Петрович. После голода поумнею вдобавок. Вдруг откроются какие-то совершенства, типа ясновидения и так далее. В любом случае, улучшение умственных способностей не помешает. Он уже не раз убеждался в этом и твердо знал, что это произойдет и сейчас. Да, хорош материал собрал и обобщил малахов приятно по нему работать с удовольствием подумал петрович мое обращение к посетителям канала поддержите канал поставьте лайку дайте какой-нибудь отзыв это простые вещи я не прошу вас денег поддержите меня вот таким вот образом это канал не для того чтобы вас развлекать а для того чтобы вам помогать